держится сила, способная за ночь превращать бесплодные пустоши в густые цунгли. Всем здорово. Здорово. Привет. У вас получилось! Оборона Ульдора прорвана! Еще чуть-чуть, и мы высадимся у... Ну да, всем привет, ребят. Короче, фигачим как можно быстрее все это дело, поэтому нормали Левифана убьем этих, как его, Игниса Острокрылую скипнем, просто чтобы побыстрее уже к этим стражам пройти. Короче, нормал, садитесь все по этим разрушителям, кто хоть представляет, просто как стаки держать и погнали, давайте здесь время не терять, потому что на все садитесь. Там единственное, кто умеет... сразу в катапульты сядьте, чтобы этот самый перегруз устроить, да и все. Да ёбаный насрал. Так. Mm-hmm.
Так а чё, кому там что надо с этого Левиафана? Я посмотрел, там никакого с этого героика. Времени сейчас с новичками будем тут времени дофига терять. Поэтому ну его нахер. Так, сейчас я 2 минуты отключусь. Так. Здорово. Здорово. Всем здорово. Привет, привет. Запускал я. Так, давайте только, ребята, определимся, кто залетит на Левиафана. Напишите единичку, кто сейчас сидит в разрушителях, просто в чат. Бабучки, зачем на него залетать? Он умирает за 20 секунд. Ну, перегруз устроим, да и все, и бахнем его после. Ну, хотя, не, если он так умирает, то ладно, что, давайте, поехали, короче. Так, подождите, сейчас готовность прожмем. Задняя осадка стоит, сядьте кто-то. По тактикам не все сидят, я сижу, готовый к катапульте, у меня водилы нет. Сейчас там... Да сумонить там. А, поставьте локи шкаф, за сумоним еще чайксов. Жали наушники, там мульт мешали. Так, все, всем Смон прилетел. Плюсуйте, кому еще нужен Смон, ребята, давайте быстрее. Да, да, я знаю, что 24. Там еще пока одного человека нет. Вот крутится одна тачка стоит. Разрушитель, есть место. Да, и вон там разрушитель тоже стоит. Он вдалеке. Ну, я на него сяду. Ладно, фиг с ним. Это, ребят, если кому-то... Будет вдруг слышно, как я жую сухарики, скажите, микрофон отключу, ладно? Обязательно. Отключай. Верстка хрустка. Хрустка. А у меня пиздец, этот полтора месяца каких-то вообще в работе сумасшедшие, блядь, были я. На прошлое КД вообще прийти не смог, на это, блядь, еле время выбрал. Думаю, нахуй сегодня, блядь, пивасика жахнуть по-человечески. Ну, главное, чтобы дебоширство не вылилось, а так нормально все. Какое дебоширство? Я, блядь, один. Я думал, вы по моей игре поймете, что я монитор разбил. Так что это... Не критично. Понимаю. Мискум... Зандас, я... Какой денег там? Слышно? Да, трезво, тебя слышно. Это... Сесть мне куда? Похуй, наверное. Да, похер, да. Садись куда хочешь. Так, это плюс 4? Нет? Нет, нет. Да, так, завалим по-быстрому, да и все.
Так все остальные же тоже без хемов пойдут, нет? В смысле? Ну, робот, по-моему, в хэм не переводится. Ну, здесь же два НПСника заводить. Один с хэм режимами, второй без хэмов. Не, не, робот, если ты про XT, то в хэме, соответственно, убивается. Не, робот тут с кем базарить, типа. А, это понятно. Короче, ладно, все, давайте. Запуляйте. Ну, сбивайте это самое, колчедаун и запуливаем. Ебать, я футбольным мячиком себя чувствую. Сейчас сколько щит будет? Кто у этого свет войт? Щит 35. Ну ладно, побегаем. Все, сразу давайте на XT пойдем. Скипнем этих двух. Все, сферы начали падать, когда боссов без хэма забираешь? Не падали. А что, потом будем бить? Если время останется, да, потом убьем. Няша. Чё? Достань фласки. ГБ. А робота кто-то разбирает этого? Ну, если успеешь, разбирай. Давайте трэш слева чистим. Я тебе это поставил, ты видел? Куда там бежал? От меня. Можем в шею рыбав.
Да, давайте все хавайте, там рыба стояла, насколько помню. Фласки пейте. Ладно. Мне тоже репа дайте, пожалуйста. Каску и эту лапу с Алиэкспресса дать. Смешной. А чё у вас по бафам, я сейчас посмотрел, бля. Чё у нас по бафам? Ну сейчас я распределю вас. Вот так и бафать. Так что, в гере бьём физики зарубали? Да-да, в гере убиваем. Давайте, короче, по АОЕшкам, по массакрам. Ну, паузерк на первую, один раз на вторую, хочу питься на третью. Там, если... Там же КД сколько у этого? У массакра, не знаю. 2 минуты. Ну, там, если что, Линас там уже этот сдашь, этот... Как её называют? Забыл. Кого? Массакру, во, точно. На топ от плюс сферу или просто на топ, когда задавать? Ну я скажу, короче. Окей. Все, давайте готовность. Койер кто кидает? Там 25-го человека все еще не потянулось, ну и фиксим, короче. Паузер, спикнись в ретрика, но не надо это выдумывать. И, ну, если надо будет, тебе скажут. Тут два танка незачем. Даже ради массакра это незачем. Депос придерживаем на сердечко? Да. Все, давайте обратный отчет. Да тут не надо, мы же не пьем пол. А, ну, тогда пуляйте, погнали. Бомбот мид от РНЖ. Искру фокус. Бомбу быстрее. Массакр, ну. Да. Да. Паузер. А, ну все, окей, мэн. Паузера нет, он в ретро. Все, видел, наверное. А, все. Можно таунтить мили-зону сфер? На, под правую ногу. Куда вы выходите? Да. Не-не-не, уже стой. Снова бегай. Бля, это что такое, ну? Массак. Еврей.
еще есть одна сука у евреев. Скром. Давай. На следующий дашь гимн ШПШ. Минск. А ник какой? Минск. Мискам. Ну, Мискам, да. Ну, когда скажу еще. Роману. ХП-кай. Скром. Рослык надо было. Хули просто. Выйди. Я вижу. А, сори. Кастуй гимнах. Миска. Есть экран. А ты еще дашь такой. Давай, Зандас, обоссы этого фурика. Да я тут искры тамчу, поэтому не до этого пока. Я в тебе. Бабу, да? Наверное. Лекса мана нет. Дайте инер. Гим на ману. Именно. Сейчас массакр. Какой-нибудь сейф нажмите. Массакра, да, Эльс? Я давал. Да. Сука! Молчи. Гимн на ХП дальше, ШП второй его сегодня. Вынес. Быстрее белую. Тут надо жмить. Кого искал? Добейте искру, ребят, вапнитесь еще, не дай бог. Няшер, это ГЦ или нет? Или у тебя есть такие? ХЗ, лежу еще пока. Эссенары, что есть? Анарч. Как говорится, не повезло, не фартануло. Да у меня все есть, наверное. Ничего не надо. А чё это ты в дестрике поживом? Ребята, эпатись на трэш, потом лут посмотрите, все равно все разыгрывается. Бой, бой.
Бой, ты сказал? Бой. Бой Next Door? А чё, у нас серьезно демона нет? Тревог. И никто не хочет в демона спекнуться. А что делать надо, когда шмотки линкуют? Можно вопрос? Твою. Открывать свою, если хочешь. Тебе что-то надо было из этого? Как комбат скинуть, блядь? Не могу вести бильд, пошутся. А можно у нас летать за бафом? Если что, это не перчатки Penance Hero. Они называются каким перчатки. Бафом? Это запястье. Ну, за бафом костра с ивента. Ничего не понял, но лети. Не знаю, без этого костра бью и нормально. Вообще похуй на этот костер. Ладно, давайте трэш-листить, ребят. Пойдемте, кто там у нас. А комбат не слетает возле портала, блять. Умрите. Умрите в луже. Или реогнитесь. Ремонтников давайте сразу вынесем. Трезот ассист. Трезот. Чё? Тыкни на камень. Мы умираем. Какой камень? Убейте ремонтник. Забаньте двоих больших. Типа, чё вы дохнете? Костыль сбивает. Зандас, это, дали добро одного ДД добро. Так. Там же Эльдар говорил паладина. Но его не будет. А, его не если будет? Что, это паузер. Давай этот, в танк. Сегодня настало твое время, Тань. Так, погоди, а мы что, не обили эту острокрылую Игнус? Не-не, просто форсим этих стражей всех, йога. Ты йога плюс один просто хочешь, да? Ну, посмотрим. Вообще, да, возможно. Можно попробовать. Но опять же, как по времени получится, я сегодня вообще заебался, просто пиздец максимально. Чё, все ну, нормально, как бы ходера Фрею можно и в Гере, они легкие. Тогда это Фрею, это точно. Везакса тоже в Хейм. Везакс тоже. Ходер можно один трай попробовать, посмотреть, что у нас. Ходер, блять, ходера невозможно не убить в Хейме. Ходер, фу ты, я это про Торима ты, наверное. Да, я про Торима потом. Хотя я слышал, где-то был РЛ такой СМЛ, он не смог убить в ХМе ходера. Собрание идем? Да, собрание сразу. Сразу в ХМе? Нет. Я тебе думаю, что мы потом его не оставляем.
Так можно Игниса с Астрокрылой на потом, но не оставлять. Просто не убивать. Так мы их не оставляем на потом. Так вот, все, нахуй они нужны. Ну, я говорю, если каким-то чудесным образом мы там, типа, все это дело закрываем за 3 часа, как бы, и такие, типа, ой, а чем бы еще заняться? И тут, да, такие, опа, Острокрылые с Игнисом остались. Ну, да. Сейчас это понерфят, все в хайне можно бить. Они же с выходом ИВК еще будут нерфить ульду? Или как? Или все уже? Не факт. Возможно. Ну, это уже ну, типа, глобальный фикс уже после того, как все убито. Если увидят, что даже так, но не убиваемое, то скорее всего будут. Но... Типа, что тут нерфить? Уже. Да, типа, кто вообще пойдет туда? Интересно. Ну, атюн делать. Ну, да, их же ж не пустят. Куда? Поставь. Вдруг кто пойдет? Пацаны в НАК до сих пор собирают. Ну да, нормально, так вот там. Рыбу поставьте, да, ребят. Да там пацаны НАК это пронести не могут, надо. Ставил рыбу, кушайте. Сейчас это там какой-то бах Келя выйдется. Ничего себе. Да. Было дело. Так, а Паланзер у нас куда убежал? Релогается. А, окей, вижу. Ну и кому не надо, как бы оно и... Не сильно-то и хотелось. Все, давайте, готовность. Паланзер чего нет? На ком? А, так, кто у нас там? Ну, Войд, просто забирай, короче, этого мелкого, с ним там тусуйся. В смысле, сервис не пускает? Куда? О, Сакра. Сманите новенького. Сакра хуй. Что ты обижаешь? Какой плохой, злой тебе сделал? Сакра хуй. Хуй из Сакра, блядь. Кстати, это... Да, ассист. Пачку сделаю. Бак-то дал. 5 магов кому закидать? Ой, это НК. Зандас. Да, сисист. Момент. Хочу сделать. Давайте многоножку сделаем маги. Да, я же хотел на магу зайти. Какому магу надо дать? Подожди, а что это? Какой-то ник? Это Абуламович или кто? Топыч. Топыч, а. То есть с вашими альтами я уже косею немного. Это не мой чар даже. Тем более. О, слышь, у меня идея, блядь. Давай нахуй вот так. Красота. Смотри, удобно? Пачка педиков получается. Осуждаю. Нам нужно многоножку сделать, пацаны, круглую. Из магов. Может, начнем? Да, короче, Паланзер, ты бери большого и среднего. Подожди, среднего же берет этот, как его, кто и мелкого танчит, да, я насколько помню. Uh-huh. А, ну все туда. ДК забираешь мелкого со средним, Паланзер забираешь большого. Все, давайте. Поехали.
Включи агробаф. На пульте впало, пожалуйста, дверовый. Так у них КД? Я вижу, что в КД. Такое ощущение, что они не, ну, не в него на пуле. А со стельца щит. Подведи к синей луже большого. Да хотя же фейс-скрипт на этот щит. Что, нет? Почему я всех сыпуху убил у меня? Уведи отсюда. Ужас. Еще немного. Все. Умрете, РД. Значит, даже анонса не было, нафиг себе. Был. Хиларец. Пол забирай. Готовимся разбегаться. А? Разбежались. Синий. Далеко от синего. Ближе. Ну я достаю. Маленького убежать. Да, отойдите и сразу готовьте разбегаться. Сейчас лужа будет. Разбежались. Все, не будет. Не будет, да? Ну, погнали. А, нет, ага. Вот есть. Обманул. Успеем. Готовимся разбежать. Ну, не успеем, разбежимся. Вот сейчас ближе. Гер? Да, давайте, Гер. Можно под синий? На это пошел. Слабые умирают, СМЛ. Сильные выживают. Видел нахуй меня, отошел от него. Слабые умирают, СМЛ. Сильные живут. У меня все равно силы больше, чем у тебя на твоем ДК ебаном. Слабые, блять, дохнут как твари. Сильные живут как ангелы. Там соли въебал, что ли, Дризот?
Немножко, а чё? Походу, да. Да, нормально, ничего. После работы... Но так лучше дамажится. Ну, не знаю. Похуй. Как ты видишь это, дамажу и останавливай. Так у тебя персонаж, блядь, бисовый, не выебывайся. Персонаж не мой, блядь, сиди молча. Но он бисовый, понимаешь, Трезот? В каком месте он бисовый, блядь? 222-й тем левел, это уже бисовый считается? Нихуя себе. Я там сколько, блядь, пушек? Что? Ёбель. Каких пушек, блядь, нахуй? Одна пушка две. С йога, заебись. Да-да, у тебя две. Нет, у меня одна пушка с йога. Первый раз меч вижу за все время. Кого видел? С РФП, что ли? Ну. Пиздец. Я с двумя такими на Вармейне бегал. Потому что свезексы не падали. А в десятку не брали, потому что вары были юзес. Ты сиди уже, молчи там со своей пушкой свезекс. Не, ну я все... Я чё, я? Кто я такой? Погнали. Сейчас вторую выбьешь и... Чё, никому не надо там ретрики кинуть? Хуетрики? Оу, я для ретрика можно. А мне что-то Ильдар писал, давай, что кто-то хотел мне эту пушку купить надо. Или что-то такое наподобие этого. Я, короче, проебался этот момент, но похуй. У меня что-то скада ёбнулось, она пишет то, что у всех ДПС там не максимум 2к, короче, что за прикол? Так и есть, брат. Нормально. Привыкаем. Это средний ДПС нашего рейда, вообще-то. А ты смеёшься. У него завышает чуть-чуть. Максималочка такая. Ставлю рыбку. Че там, Паузер, живешь? Сейчас пока дали логнуть быстренько. Лак, лапу, писта, баф. Свиток на интеллект, пожалуйста, тоже дайте. Я ж тебе бахну. Только что. Она хоть я навар интеллект? Умный хочет быть. А я умный нахуй. Чё, вар без интеллекта это? Ну, знаешь, ещё навара фуллсеки ТВНТу забивать. Тоже неплохо. О, мне можно заплатить за МК. Изи. Нормально, мне два бафа буйствует. Работает? Смотря сколько плачешь. Боб пау дают, и все, и работает. На Сирус всегда так было. Понял, 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 все. Че, Паузер, там ничего не писал, да? Ну... Он написал, что у него пинг, блядь, и все. Ты видел, да. Человека. Слышь, это, давай, настало время твоего протовоина. Спекайся. Да ёб твою мать, блядь. Давай, давай, спекайся, мне. Зато расколы будут. Ты там, я надеюсь, чарки, сокеты хоть сунул, или такой же бомж? Да нет, у меня же нормальный был, типа. А вот Паузер зашел. Ты успекайся обратно. Мама нахуй ебал твой призыв. Ой, Няша, ты не в том спеке.
Да вроде том. Давай, блядь. Че, давайте, погнали. Кулак. Конечно. Это я СМЛ. Бля, как же вы по таймингу пуляете. Я зомби. Потом не говорите, почему, блядь. Один приход. У тебя один припод, какого хуя, а? Чёрт. Чёрт. Где жопа? Вот скинули же повторно. Тризов, где вам скинули? Нет. Рукой. Каника. Выбить? Челит. Баши, баши в руку. Всё нормально. Тулыще дэш. Там аккуратно луч пошел. Съебали, а через центр бегать с ним нахуй. Через нет, центр на руку. Руку. Спасибо. Можно вообще стоять рядом со мной, просто лазер носить? Дальше тело. Не обновляйте Сандер на 15 секунде, это пизда. Не, ну погоди, если у них есть это простой винт, то почему именно не нажать на Сандер? Логично. Минусы. Рага. Ну, блять, и чё? Давайте руку. Один удар и все у них фу рага чё. Дальше тело. Мах погиб. Смерть. Что-то все маги опять сдохли. Да, блять, по рейду носят этот луч. Руку. Говорят, и если ты погиб, то ты умер. Говорят, первый коронный, второй коронный. Это для антиперевочников. Тело дальше. Знаешь, это пацаны, которые переболели и прививку не делали. Алло. Привет. Привет. Все хорошо, с вами все. Выключи микрофон, братан. Я пошла внимать. Да. Базука, выключи микрофон. Мы дома сидим целый день. Ой, целый, да, целый день. Ну подожди, там интересно. А мы перестали. Да там индийское кино, а у нас пацаны... Адов. Ебать, вы поеду руку убиваете. Там вторую руку убить. Алло, сейчас. Да, да, слышно. Да, слышно. Нормально. Склад заживал. А нас заберите, в рейде ходит. Каменная дыха, танк. Танк упал. Я руку добьём, да? Руку. Пока 400. Я бы на колокарне падать. Да бейте руку, блядь, кто там тело убьёт? Руку ломайте. Блядь! Бомба. Да, да. Это мощно. Это достижение. Есть это массрез? Да, дайте, парни, не хочу. Да, бежать. Тут добежать, на самом деле. Массовое воскрешение. Подожди, давай, я давай, не бать. Понял, что там с женщиной-то случилось? Интересно. Замутили ее. Бля, я думал, я, короче, руку бью, оказывается, не руку бью. Или руку бью. Ну, вообще похуй. Но лям 500 в босса дал, бля. Похуй. Ах. Пойдете трэш этот, фигачите. Че, Няша, я могу линкануть? Не, паузер, на эту в танке.
А, бля, слушай, у нас ретвика нет, если он в танке, да? То есть у нас 3% нет? У нас демона нет. Это демона я еще раньше сказал, что у нас нет его. А осколы есть? Есть. Почему в этой гильдии либо демон, либо осколы? Оскол демона? Я думаю, слышь, что это? Ну мне Эльдар сказал, что он там кого-то нашел. Так что вообще поебать. Че ты хотел, Тризот? Хотел увидеть арканы. Ну, у меня нет, у меня просто есть, хочешь? Не, арканы хочу. Ну на этом на резах все видишь. Не, сейчас надо. Нету 3% урона, как жить? Как какать? Просто и тоже неплохо там манреген. Давайте слева трэш убьем. Ну, манреген у нас 6 шп дает. Что-то он вообще не прокает. Ну, ребят, ребят, налево трэш, который тут слева. Давайте заберем. Отдайте масбаф, пожалуйста, по пути. Могу дать масрез тебе. А он КД. Там, я могу сделать так, чтобы он не был на КД. Дайте каску по окам. А все. И дам. Твой. Бой, придурок. Блять. Рейдфреймом бафа, ёб... Какой нахуй у тебя Ивочка. Бой, блять. Бой, блять. А типа полипауэр в бою не бафает? Не. Бафает? Не баф. Хуёвый у тебя полипауэр, значит. Окей. Okay. Ну фреймом бафай давай. Ну что, у меня всю жизнь всегда баф. Охуенно тебе. Ты как бы просто наводишь на поле power, наводишь на человека, у которого нету бафа, и тыкаешь правую кнопку мыши. И он бафает человека. Ой, блядь, работает, да? Баф нахуй. Че нет? Нет. Валерка, наеб будешь. Не, вообще по шаману там пришел, я видел какой-то баф. Там бафается, блядь. Успокоить. Какой-то это какой? А хуй знает, половину. Ставлю рыбку. Есть рыба уже. Забафайте людей, пожалуйста. Которые только пробежали. И все прибежали. Каску и лапу под АК дать. Так, все, давайте за стену. Да. Подойдет сразу, пуляйте. В один фрейм встаньте. Тремор тотемы обновляйте после кошек, они убивают их. У нас один только тремор тотем.
в кота переключитесь. Вот, больно бьет. Ну, девять. Меня шарпачу. Да за что меня? За жопу. Ладно, прыгнул. Убегайте, убегайте, убегайте. Дайте какой-нибудь пристань эфирку, у всего до нас здесь полу бежит. Выбегаем из лужи. Выбегаем, выбегаем. Шаг. Блин. Выбегаем. Из лужи сейчас готовимся выходить. Ушли. Не знаю, зачем ты там пишешь. Все там, над трупом не зависайте, пойдемте трэш сразу. Разбойники, что там вот так интересно-то? Идемте трэш пиздить. Там лут. Ну, понятно. Не на них. Который им не нужен. Mm.
Большого подведи. Большого зафокусите, потом мелкий забьем. Червей только не спал. Уже спулили. Самео, блять, работать меньше. Глаза долбишь. Да чё ты, блять, от меня хочешь? Я нахуй под солнцем весь день съебашу. Пивка хочу от тебя, блять. Привези быстро. Если у тебя есть доставка, типа, еды, именно, типа, то давай закажу тебе банку пива. У меня есть голова. Знаешь, что это? Адрес тогда скинь свой, чуть попозже тебе отправлю. А я не знаю, они с российскими картами, может, не работают. Да они с любой картой не работают, я ж казах. Не работает. Только налик, блядь. Наебёшь от самого, блядь. Да, наебёшь. Да у меня есть же эта ебаная голова в Казахстане, чё ты хотел. Так у меня есть это, у меня есть... А, бля, у меня есть ракета, короче, это новая какая-то хуйня, блядь, ракета. Блядь, а чё это за услуги, что кто-то кому-то пиво заказывает? Давайте я адрес кину, закажите мне, блядь. Нет, тут то как бы... Сначала. Самокат называется. Тут как бы, ты понимаешь, тут все уже отработано. Я СМЛ вырастил, но выносил, блядь. На пиве? Выебал. Он мне должен, блядь, погроб жизни. Семью его, ну, ему нашел с детского дома, забрал, блядь. Да. А тут бутылочку пива для друга, ну можно же заказать. Рыбка будет? Тем более мне хуёво, я сейчас выйти не могу даже. Оставлю рыбу. Прям что-то плющит от этих солей, блядь, ебаных. Понимаю. Хотя нет, не понимаю. Ой, блядь, да, спекайся в ретвик. Я не понимаю. У меня челы, типа, на работе, блядь, этот, под пивасом хуярят целые сутки, блядь. Так он под пивасник, блядь, я таких не уважаю. Так у меня, причем, понял, все начальство, блядь, пузатое и под пивом, нахуй. На работе, я ну хуею. Ты смотри, скоро таким же станешь. Карьерный рост обеспечен? Нет, так... Животный, потом буду в фоне будет тебе писать это пузико скинь, блядь. Ладно, давайте, готовность на пол. Все, мелики правых, эти четыре ледышки, там, РДшники левые четыре. Чёткий, да, будет, будет отчет, будет. Чёткий. Ставим о, отчет, лучший отчет, брат. С кайфом вижу. Ну, нахуй вам эти поты, как говорится. И так потные, блядь. Голду тратят. Экономия. Ну, блядь, льду без хэмов запустили, блядь, не по два пота жрут. Демоны, блядь. РЛ о вас заботится. Я понял. Предлагаю выпить за это. Уже. Вот. Сука, купи, я выпью. Блять, знаешь, есть такая пословица, позаботься о будущем, купи сигарет на завтра, блядь, вот то же самое с пивасом. Я его просто не пью. Поэтому не по. Тучи разносим, не это самое. Не жать ничем. Сейчас ледышки упадут. На сугробы зашли. Быстрее. Ледыхи разбиваем. АПС проседает, когда вся эта хуйня белая. Есть такое, да. Я зову в татуш.
Блять, чё, ага. Господи, блять, хуй. Не, ну это вообще типа не прикольно, вот когда такая хуйня. У меня, блять, два удара пари за это. Вся мили-зона просто засранная блядскими лужами. Просто, блядь, парирование нахуй. Я такой смотрю, а босса уже в какую-то сторону развернули. А босса уже нету. Блядь, шея упала. О, сюда. Блядь, мне кажется, это кераса, блядь, только у ленивого нахуй не находится. До того, как не получил. Бля, СМЛ, если я тебе сейчас кину адрес, чтоб ты мне заказал пивка, ты ж потом это там, Егорчику скинешь, он меня найдет, блядь, нахуй. Да. Слышишь, без Тор-браузера на гидре заказывай ему, нахуй, без Тор-браузера, пусть к нему сразу едут.